Грибы бывают разными. Бывают грибы съедобные, бывают несъедобные. А есть вот гриб, вот как вот сейчас вы видите, это рядовка белая. Он несъедобный, он просто как украшение леса. Растет иногда очень много. И иногда, вот если бы можно было бы его поесть. Но он вот так вот выглядит. Единственная у него как бы сложность, это мерзкий запах. Вот. Пахнет он, ну, тоже многие считают, что пахнет так называемым дустом. Но дуст сейчас, я так понимаю, запрещен к производству, и можно не знать, как он пахнет. Но вот люди такого советского возраста, они-то знают, как пахнет дуст. Вот именно вот такой мерзкий запах дуста. И поэтому какой же здравомыслящий человек будет кушать такую рядовку? Вот. Так-то она, конечно, и размер, и все, и чистенькая такая, все красивая. Вот. Но вот из-за своего мерзкого запаха, конечно, ее обходят стороной. Но в осеннем лесу такие ярко-белые шапки издали видно. Красиво, хорошо. Вот лес такой вот смешанный. Вот. Какие-то небольшие молодые березы. Старые. Так вон. Елки. Ну такой чапарыжник. Какой-то очень. Вот. Вот в таком лесу. Ну, это, я говорю, такое украшение леса. Гриб красивый, но с очень мерзким запахом. Хотя говорят, что, в общем-то, ядовитых веществ в нем нету, но из-за этого запаха это вряд ли найдется человек, кому нравится такой санитарно-туалетный запах. Всего сегодня 17 сентября 2015 года.